В общем, чувствовать себя несчастным и быть несчастным – это, по-моему, разные вещи. Это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, вообще существует только то, что человек чувствует себя несчастным. Вот так. Поэтому это и есть быть несчастным. Вот, наверное, так. Хотя, не знаю, есть какие-то базовые вещи, которые присутствуют, ты их не замечаешь. Ой. Начинаешь замечать только, когда они отсутствуют. Может быть. Вообще все может быть. Не понимаю, почему вот нельзя было сделать, чтобы вот крыши доверху вот так были. Мне кажется, бы намного добавило бы объема комнате. Но, может быть, уменьшил бы уют. Не знаю. Саркино поле у нас тоже такая была поперечина. Там еще, можно сказать, был третий этаж. Но здесь уже третий этаж никак не вместится. Хотя, можно было бы сделать там эту, типа, чтобы там лежать. Ну ладно. Доброго вечера.